Счастье ее семья, Пэк, Нори, Дженнин и их дочь Морган очень привязаны к своей любовнице. Вместе с малышкой Билли они являются группой поддержки. Они ее глаза. Когда я рассказала об этом в школе, меня спросили, не собираюсь ли я ее усыпить. Я сказала, нет. Что делает Роза счастливой? Она любит, когда ее обнимают. Всегда подходит и просит ласки. Такая сладкая. Нам и в голову не приходило избавиться от нее. Врач сказал, что собаки хорошо справляются с слепотой лучше, чем люди. Меньше всего мы хотим, чтобы люди ее...